Компания «Электромотор» представляет фильм «Асинхронный электродвигатель». Магнитопровод статора служит для замыкания электромагнитного поля, благодаря которому вращается ротор электродвигателя. Магнитопровод состоит из шихтованных пластин электротехнической стали. Шихтованный магнитопровод соединяется при помощи скоб либо сварки и запрессовывается в станине. Перед вами изоляционный материал, который называется пазовая изоляция. Он служит для отделения обмоток от магнитопровода. Изоляция укладывается в каждый паз электродвигателя. В специальном станке наматывают секции обмоток из эмаль-провода. По данным секциям будет протекать электрический ток, способствующий появлению магнитного поля. Трехфазная обмотка статора помещается в пазы. Она состоит из ряда катушек, соединенных между собой. Каждая катушка сделана из нескольких витков, изолированных между собой и от стенок паза. Лобовые части электродвигателя скрепляют бандажной лентой. Концы обмоток выводятся в коробку выводов и собирается схема их соединения. Вращающаяся часть двигателя ротор собирает из отдельных листов электротехнической стали. В зависимости от конструкции ротора асинхронные двигатели бывают с короткозамкнутым и фазным ротором. В пазы ротора закладываются медные стержни, которые с двух сторон припаиваются к медным кольцам. Таким образом, все стержни оказываются замкнутыми с двух сторон накоротко. Если представить себе отдельную обмотку такого ротора, то она по внешнему виду будет напоминать беличье колесо. В настоящее время у всех двигателей мощностью до 100 кВт беличье колесо делается из алюминия путем заливки его под давлением в пазы ротора. Вал двигателя запрессовывается в бочку ротора. На концы вала устанавливаются подшипники. Ротор вставляется в статор и с обеих сторон крепится подшипниковыми щитами. Сверху прикручивается крышка коробки выводов. В заключение на вал двигателя садится крыльчатка для охлаждения двигателя путем нагнетания воздуха и прикручивается защитный кожух. Если у вас остались вопросы по устройству асинхронного электродвигателя, вы всегда можете задать их компании «Электромотор» по телефону 519 18 20. Звоните, мы с радостью ответим на все ваши вопросы.